В эту субботу пройдут поединки пятого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд второй лиги. В этом дивизионе нашу область представляют 5 команд. Это Жлобин, Рогачевский Днепр, Жидковичский Мелиоратор, Петриковский Шахтер и Гомельский Бумпром. 22 команды во второй лиге разделены на две группы по 11 дружин. Каждая проводит двухкруговой турнир. Команды, занявшие первые 3 места по итогам регулярного сезона, играют плей-офф. Тоже в 2 круга по 3 матча. Победители, серебряный призер, напрямую попадают в первую лигу. Бронзовый играет стыковой поединок с командой, занявшей 14 место в первой лиге. В этом сезоне задача серьезная. Хотим бороться за высокие места. А конкретно это попасть в зону плей-офф. Это будет трудно, но все возможно. Я думаю, что в этом году собралась очень хорошая команда в плане и профессионального поигравшего, и в плане дисциплины. Поэтому я думаю, что эта задача достижима. После 4 туров гомельский «Бумпром» находится на 3-й строчке турнирной таблицы группы «Б». Команда появилась в феврале 2016 года. Гомельчане стали победителями первенства и чемпионата Гомеля. И в 2018 году заявились во вторую лигу. Правда, продержались там всего год. Тогда команде не хватило опыта. В прошлом году гомельский коллектив вновь заявился во вторую лигу и в этот раз твердо намерен попасть в первую. Опыт столичных «Крумкачей», которые за 3 года поднялись в элиту, дает надежду на успех. Для футболистов, то есть они всегда ставят перед собой максимальные задачи. Они хотят играть и в высшей лиге, и в первой лиге. И то есть они воспринимают вторую лигу это как какой-то подъем, наверное, пьедестал такой, чтобы развиваться дальше. «Бумпром» – это детище компании с одноименным названием, которая занимается производством и реализацией обойной продукции. Предприятие покрывает расходы на выездные матчи, аренду стадиона и инвентарь. Мячи предоставляет Белорусская федерация футбола. Игроки работают на энтузиазме, у всех есть основное рабочее место. Возглавляет команду Кирилл Ященко, в прошлом футболист юношеской команды «Гомеля». В составе «Бумпрома» бывшие футболисты дублей, воспитанники спортивных школ и просто любители. Приходить на тренировки для галочки не пройдет. Таким людям нет места в команде. Достаточно много людей разных приходило в команду. То есть хотели в эту команду попасть все, потому что команда была новая. Никто ее не воспринимал всерьез. То есть это воспринимали как будто какой-то дворовой уровень. Вторую лигу не воспринимают, как бы так, могут посмеяться над ней, но на самом деле это все не так. Вторая лига – это где люди, которые не совсем получилось в больших командах, да, там тоже в высшей лиге, в первой лиге, они могут со второй лиги, опять же, да, начинать со второй лиги и попасть в первую лигу, в высшую лигу. То есть такие случаи были даже в нашей команде, да, когда человек без команды приходил, играл там буквально полсезона и попадал в первую лигу. Ближайший поединок, матч пятого тура национального чемпионата, «Бумпром» сыграет с петриковским «Шахтером» на стадионе «Издюшор номер 8» в Гомеле, начало в 13:00. Что касается остальных представителей лиги, то жидковичский «Мелиоратор» поедет в гости в Зельву к местной «Чайке», а Жлобин на своем поле примет рогачевский «Днепр».